Войска маршала Жукова наносят фронтальный удар, подходят к Берлину и окружают его. Войска маршала Конева идут на соединение с союзниками и одновременно обеспечивают операцию с юга. Войска маршала Рокоссовского форсируют Одер и обеспечивают наступление с севера. На рельефной карте командующие армиями проводят репетиции сражения за Берлин. Все, от генерала до бойца, готовились к выполнению исторического задания товарища Сталина. Все готово к решающему наступлению. На плацдарме установилась тишина. Ночью, ровно в 4 часа, 22 тысячи орудий внезапно ударили по вражеской обороне. Это было невиданное по силе артиллерийское наступление. Между Одером и Берлином, где сейчас происходит сражение, немцы создали 4 мощных линии обороны. Каждая из них рассчитана на длительное сопротивление. Сняв свои войска с Западного фронта и перебросив их на восток, немцы сосредоточили здесь полумиллионную армию. Это план немецкой обороны. Это план нашего наступления. Сегодня эти планы столкнулись на поле боя. Наблюдательный пункт маршала Жукова сходятся все нити управления боем.
штурмовики громят опорные пункты врага и его резервы на всех дорогах до самого Берлина. Прорыв, вводятся танки. Успех наступления стал очевидным. На плацдарм перебрасываются новые части. Двинулся первый украинский фронт. Маршал Конев повел свои войска в наступление. Первого удара и огромная его сила решили исход этой операции. В кратчайшие сроки были пройдены Зиеловские высоты, преодолена густая сеть каналов и озер, сметены опорные пункты и узлы сопротивления. Отбрасывая врага к стенам его обреченной столицы, советские войска 21 апреля подошли к Берлину.